Всем привет, с вами Ангел Рок. Здорово всем. Короче, мы продолжаем играть, мы поменяли свои тачки, сейчас вы увидите разнообразие их. Мы выбираем. Если. Почему я? Второй плеер. Я второй. Нет, брык. А, я не знаю, но там ты, видишь, первый. Плеер первый. Вот фиг знает. Я хочу. А сейчас ты первый. Просрать. Чё за бред? Ну ладно. А, ну то, что у меня это, наверное, имя начинается. На Г? На Г. Сойдёт. Так. Да, по-моему, заворотник. Ну, видишь, они меняются. Вниз это. Вот, видишь, у меня синенькая стояла. Какую я поменял? Красненькую, видишь? А! Вот не такой. Все, я понял. Вот это у нас по стандарту. Да, да, все. Курил. Так. Ну, видишь, у тебя даже зеленый просто. Че, куда пойдем? На кухню. Не, нет. Давай в музей. В музей как-то прикольно, там копеечками можно кидаться. Так, следим. Да, на высокий этот. Ах, хард так хард. Да. Хотя тут никакого харда особого я не вижу. Вот, да, я же там же упал, да что такое-то? Да, no, да ты нафига свои... Да, печка. Чешуйки кидаешь. Кстати, я не просто так сказал, чешуйки. Чешуйкой называлась мелкая серебряная монета в Новгороде. Ну, это еще, да, в Древней Руси. Я просто тут славянской фэнтези что-то зачитался. Еду называть, а? Кто? Прозоров Александр. Ё-мо. Ты гонишься, да? Иди сюда. Да, ну. Иди сюда. Да, ну. Да, да. А я уеду. Жить в Лондон. Да. Я спустил. Гад, да? Ну хоть не сдох. Точнее, хоть не сдох. Отдай ракету. Ну? Я еще под обстрел попал. О. Она не выбрала, кого из засрань, короче, и решил, ну нахер. Это ты зря. Не шишайся. Но я никак не мог удержаться. Я удержался. А хотя свое очко я получил. И в очко подкинь. Нет, тоже. Блин, ну короче, кому прилетит, тому прилетит. Ай, опять психолог. Я тоже хочу монетку покидать. Че за... Почему не даете? Да они даже на харде вот, какие-то лошары. Все побрали. Че, это не тебе? А, нет. Чего Сарика? Вот засранец. О! Еще прилетело. Че-то она быстрая. Да, нет, тут здоровье лежало. Ничего не дали. На-на-на. О, все промазал. И упал. А, монетка. Ну и куда ты покатилась, дура? Вот так вот надо кататься. Слушай, она тебя долго била. Мне нравятся определенные эти монетки. Что? Я еще один путь заработал. Так. Смотри, я уже почти к 800 приблизился. Ну, это ну, 200, прям прогресс. Что-то на них. Сердак. На! Сердак. Погоня за локомотивом. А, это же опять поезда. Ну. Мне нравится. Ой, да? На тачку надо. У меня тоже, по-моему, зелененькая. Чё толку вообще? Нормально, по-моему, вообще. А здесь чем кидаешься, не помнишь?
Шарик нужен. Да блин. Да что ты, блин, чё фантазия-то? У создателя ещё. А, нас в обратную сторону. Знаете? В натуре фантазия у создателя. Хромало, по-моему. Да ты-то отстань своими. Круглый. Пипец. И чё вас там подталкивает? Блин. Зачем меня подтолкнул? Я вообще... Я даже не рядом с вами. Скажу по секрету. Да сдохните, короче. Все. Бегай, я тоже выскочил, выиграл. А чё ракета-то не полетела? Ну вот, вот это место. На тебе. Друг ты мой резиновый. О, блядь! Я не такой. Понял, да? Да. То есть, блядь! О! Все, тачку. О, красненько у меня два уже. Могу тебе обменять на какую-нибудь, которая у тебя повторяется. Хотя у тебя мало? У меня всего 30. Чего у меня повторится? Сверху о, надо музей, чекать. Музей, музей. О, ух, еще даже там. Махина. Ты так брат у меня запустил. У меня. А что за. Просто тихо мутится. А, монетки! Попал? Да. Отлично. Да. Ас. Блин. Видишь, нас в обратку запустили. Разработ. Да, как уже говорили. Мясо. Видимо, может потому ее ругали. Хотя да поугарать хотя бы. Да, она вообще офигенно ругает. Блин, я не могу доковылять. Я еще в жизни ковылять. Только разобраться. Да. Я разберусь. Ты хотел мне туда эти какушки скинуть? Хлеб быстро. Че? Вот еще один купил. В смысле, красная тачка? Да, это уже на сдачу, наверное. Да, что-то может не зачет. Да, даже надо. Есть. О, офис. Вот. Я говорил, что офис, я его не помню, да, совершенно. Сейчас, по-моему, я его вспомню. И, по-моему, он мне не нравится. А, вот дети были. Это разве? Да. Нет, там, по-моему, еще какой-то супермаркет был или что ли? Там болит. А, вот здесь вот эта хрень мне не нравится, то что прыгает. Я всегда прыгаю. Да, и вот здесь я тоже искать. Но бывает. А что-то мы это. Всасываем. А где? Нормально. Где-то поворот. Да что ты? Поворот, ты что меня запутал? Ты что ты на меня смотришь, я вообще не понятен. Где свой. А! А чё со мной не врезался, даже? А, подожди, а тут их чё, сиди, чё, жарить это яма. Да. Псих отстанет. Ещё лучше уже. А иногда бывает, когда вперед улетаешь, эти отстают, а и ты просто не долетаешь, да. Есть. Меня-то вообще бобрали, как он уже. Поворот, Ваня. Да я тебя... Сука! Действуй, да? Козел. Я тебя уничтожу. Ну ты чего? Да, чё? Это как? Я аплодировал. Я плакал. Зато здесь было шары. Я в этом повороте всегда впустил. Главное, вроде и попал ты чё-то. Поворот. Я тебе дам поворот, я встал вообще.
опять ничего не видно. На. Пипец, да как? Я ж по нему прыгнул. А я тебе шариком зафигачил. Шарик зафигачил. Да-да. Да что ты, блин? Во что я врезался? По воздух. Никто не врезался. Неплохо. Вообще хорошо. О! Че, поворот? Угу. Ну тут-то правда, кстати, поворот. Да блять! Да сколько ты будешь? Да вот этот диск, я постоянно в него врезаюсь. Всем закидаю. Вам, блин. Меня еще помощник. Не попали. Ба! Я хотел тебе уж помочь. Выиграл. Ба, нас еще и компьютер сделал. Бывает такое. Нормально. Да, внизу, наверное. Да ё-моё, когда ниже. Там смотри, 1700. Я видел. 1050. Ну у тебя-то уже дофига. А, вот так, короче. Что-то мне понравилось этот раз, не знаю почему. Может, поворот, потому что есть. Ё-моё! На. Во! Чё, улетел, что ли? Нет. Чуть не улетел. Ты чё затормозил? Блять, когда ты отстанешь-то, а? Я даже шаром в тебя ни разу не попал. Повезло тебе. Оп, оп. Да, повезло. Так и говори, что я корявый. Ты корявый? Нет, ты корявый. Так. О, фига себе там. А, ну ты проиграл. Не толкайтесь, парень. Ты видишь, что они сейчас... Что они делали? Сейчас угорали над нами, вообще издеваются. Может, поэтому игрокам не нравилась эта игра? Слушай, по-моему, это восстание машин уже началось. Ёпта! А ты всех разнес? Практически. А, подожди, еще же я могу тоже маленько подсобить. Ё-моё, у меня-то вообще я с ними чего-то. Наравне. А, надо поэкономить эту кучу. Вот так вот сделать. Да что-то я опять туда выскакиваю, а? Ладно, хорошо, то что ты выиграешь. А-а-а, нельзя. Ну, он пока не выиграет полностью. Твою... Какого хера? Ты сдох, я живу. Да я уже джойстик отпустил, я думал, что я... Я уничтожаю, давай. Ну, что-то вообще... А, в горле пересохло. Игра висит вообще жестоко. У меня в натуре в горле пересохло. Ух. А, я выиграл, да? Фига мне. Ой. Пипец. А, блин, я на тебя смотрел. Вот-вот. Ну, нормально. Но на желтому вообще не давать. Надо у него крычачки это прикрыть. Сейчас еще не долечу. О! Нет, долетели, смотри. Вообще. Я думал, я вылетел. Прям с упора в задницу. Да ты сука! Да я желтому не дам, ничего не боюсь. Да я вижу, как там дальше. Ну это зеленый. Это совершенно другой. Чувак. Что-то походу вообще... Что за лаги? У тебя на этот компьютер перегрелся. А нет, все нормально? Нет. Да она видишь, как ты что-то в этом... Ты что, ты рот подносишь, что ли? Да когда мы доиграем? Что-то она вообще затянулась. О, нет, нет, нет! Я же запаниковал. Надо. А зачем?
Так, чисто, что было? Теперь желтого, с зеленого нельзя. Нормально. Да и красного тоже нельзя. А синему вообще протрезвиться. Ты обалдел, что ли? Скакуна нашел. Тихо, ты. Сейчас я вам устрою. Да конечно. Сука. Какого? Пусти. О! А, так. Все, шикарно. О-о-о. Ништяк такая вообще красивая. Тысяча сто. И 900. Ну, на 200 очков это панты. Че там? Что-нибудь открылось? Да, вот я тоже. О, кухня. Много каперс. Че? Че такое каперс? Не знаю. Может, каперс? Что такое каперсы? А что такое каперсы? Не знаю. Ну сейчас узнаю, видимо. А, это. Хотел на трамплине. А, ну на трамплине-то я прыгну. А вот здесь эта хрень падает вниз. Какая? Вот это вот. Как его? Так, я пропустил что-то. Леска. Ну-ка, ну-ка. Эти. Блин. Бляха-муха. 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 Чего в разные стороны поехали? Так офигеть, ты меня хотел таранить. Я не тебя таранить, я хотел взять. Кого? Наводящийся ракет. Че, долго я не хотели. Конечно, нафига ему надо. Ему трассы не открывать. Пипец, я завилял, ты видел? Да ёб твою мать, столовые приборы. Я вообще не ехал. Ой! Не ехай! Не ехай, я уже уехал. Кстати, не ехал. Ну, на чё задний ход сделал? На чё задний ход вообще? Я его не трогаю. Нет, тут надо будет трогать. А, на L2. Подожди, а чё сдох? Вот, смотри. Видишь, падает. Да. Подстава. Заполучи скандал. А чё она тебя не ранит? А надо чётку смотреть. Ты чё? Ты видишь, ты откопнул. В миску! Сейчас всё не перепрыгнуло, нет. С этим пока всё ровно. Слышь, на меня-то не дать. Я чё? Да тебе повезло, что я в этот стойку врезался. Да ладно, чё? Так, я помню поворот. Это я помню. Тут поворот. А тут не было. О, подожди, я какой-то херни путь резал. Послушал, по-моему, для вас. Чё, зря. Да! Зря старался. Тут надо что-нибудь подобрать. Ой, не стрек его взял. Опа! Чё тут? Нажал. Я твоя не ту кнопку нажал. Хотел затормозить. В результате я просто на паузу поставил. Сдохните, тварь! Ещё! Если попал... Давай! Ладненько! Без колеса еду. Пипец! Вообще не доехал. Че, пес? Смотри-ка. А. Третий раз не попал. Нифига я в заднице. Надо. О, может что-нибудь открылось. Смотри-ка. Где? Ну так каждый раз говорит. Кстати, когда начали записывать? А, я не знаю. Блин, и пляж простаивает, да что за бред? Можешь поглядеть, сколько там на что. А, ну давай посмотрим. Так, гараж почему-то одна трасса. Здесь 1200, у тебя что, 1140. Вон, видишь, лидер по кредитам, гик. Веселый, что? Строчки. Еще в гостиной причем.
Жуть какая вообще. Ай-яй-яй, у меня такой сюжет в голове завертелся. Ай, я не то. Да, все уже фальшки. 1600. Это все пройдено. О. Давай, крышу. 1150, видишь? Тебе маленько осталось. Че там время? Не знаю, может 3 минутки еще. По моим подсчетам. Ой, дал ко мне тачку. Красивый. А у меня. У тебя тоже мечта какая. Розовая. Говорника. Как я люблю. Скажите, что он выиграл, нет? У нас ведь не отобрали. Кого не отобрали? Очки. А у этих отобрали. Мы впереди, потому что. А, подожди, у меня отобрали. А, нет. Я уже запутался. Подожди, это ты желтый? Да. Какого ж ты лежишь? Знать. Бля! Как Майкл Джексон. Лунная поездка. Ну, кстати, бывает, что там за щиток зацепляешься. Видно, не снимать там щиток. А, не понял. О, ну как так? Ну вот как-то так. Ну вот я тоже хотел спросить. У меня. А, нет, это вроде. Педерасты. А я медленный. Эти медленные. Стой, гнида! Голодоруза. Запугнул. Да что за... Я еще не выпал, я еще не выпал. Это бесполезно. Здесь ништяк эти пускай. О, давай. Ну ты что, наверное... А что, надо еще нажимать? Да. Завершал ты. Я на двух колесах. Пипец, ну... Посмотрели бы, что это такое. Нет, уйти надо было. Борода. Чё-то не все отобрали. Придется довольствоваться. Мало ли. Вот, ты сиди теперь тоже в неведении. Да что за... Надо было пулемет брать, черт. Бля. Да-да. Я уже привык к этому повороту. Блин, я тебя спухнуть хотел сейчас. Я думал, ты вперед чуть-чуть выйдешь. Ты гнида какая, а? Есть маленько. Выиграл. Ну, может поменять тебе эту розовенькую бумерную тачку. Ну да, да. О, все, новая трасса. Короче, давай закончим серию. Давай завяжем. Всем пока. С вами был Ангел Рок и Матвей. Всем счастливо.